Чё там? Ой, блядь! Сука, здоровая падла. Это анти-БМ-ка, но не антиакрит. Сдохни, блядь! Хватит жить! Да я ему уже жопу столько прострелил, а он живой. Так нечестно. Так, это я забираю. Блин, там что там, БМ-ка лежит, что ли? Ладно, пускай лежит. А стоп, а там ход какой-то был. Вот смотри, я отсюда пришел, да? Так, базуку я отложил. Хорошо, направо. Вот. Ух ты, блядь! А вы так-то мощно валите. Да блин, ты попадешь сегодня, нет? Она долго заряжается, я не пойму, когда она заряжается, в принципе. Ой! Тут турелька, я их даже не заметил. Я так понимаю, это вот эта штука палит, да, и ее нужно убивать первую, чтобы турельки не работали, я понял. А чё вы тупите, пацаны? Вот это экшон. Пошел. Да блин, такого калибра он даже не, должен не двигаться. Это действительно анти-БМ. Ух ты! Воу! Привет! Как ты сюда залез? Блин, жестко, жестко, жестко. Что-то не очень-то сильно хочется с этим драться, если честно. Вот этим пацаном. Да уйди ты.
сука. Сдохни! Спасибо! Я уже все, не могу ничего говорить. Абсолютно. Кто стреляет? Да ему насрать, что тут, короче, крутящийся этот вообще валит. Вот это жесть сейчас пошла. Так, в принципе, вот эта пушка неплохая, анти-БМ, но 4 выстрела нужно. БМ-ки сделать. Но это очень дохера, если честно. Так, нормально. Тут этот танк. Фуф, так, патроны, что по патронам? По патронам 500 еще нормально. Это бесконечка, в принципе, сойдет. А, там сейчас что-то поднимем, да? Окей, все нормально. Тут чего, пулемет? Что это? Да возьми ты заедь. Да это базука, блин, нахер нам не надо. Лучше пулемет пускай будет. Убил тебя? Ну, конечно. Почему не конец миссии? Я же главаря завалил. Ёлки-палки. Так нехорошо. Ух ты, сука. Ой, блядь, не то. Где он? Сука. Падали? Реально. У меня жизни мало. Так, БМ-ка, что тут у нее? В принципе, неплохо. Может, там что нормальное есть? Так, тут обычка, да? То есть не обычка, а в смысле вот это. А, в принципе, можно... А что можно? Можно. Смотри, снимаем вот эту. И вот тут ее раз. Снимаем пулемет. Вот это четко, вот это конструктор. Смотри, снимаем пулемет. Ставим здесь, ставим, берем вот это. И берем новую БМ-ку просто. И пипец. Сейчас меняем просто. Пулемет добавляем, а это меняем, и все. И новая свеженькая БМ-очка. Опа, 900-ка. Оп. Ну теперь только на левое, правое будет, наоборот, блин. Теперь будет левой стрелять. Хорошо, ладно, окей, пойдет. Ебать, только не говорите, что они все оживут. Это будет плохо. Смотри, сука, БМ-ок. Фу-ху-ху. Это будет жопа. Подожди, там есть кто? С противника. Мне что, вниз? Нифига тут БМ-ок. А-а-а! Тихо, спокойно. Да блин! Тут еще и этот прыгает.
Да сдохни ты уже, сколько тебе жить? Спасибо. Или не сдох? Этот живучий падла. Да сколько тебе бить-то, пацан? Сдох, нет? Хорош, спасибо. Наконец-то, вот это жестко. Что там, пулемет? Пулемет направо. Фу-ху. Капец какой-то. Это бесконечка, но это херня. Ну, давай. Открывай, харю. Так а что, тут двое только было? А куда мне, подожди? Стоп, а куда мне идти? Сюда? Уеба! Кто это? Как там у вас дела? Видим цель. Что у тебя? Я немного задержался, но скоро вас догоню. Что? Мэн, отзовись! Еще одно нерешенное дельце. Идите вперед вручать Юрия. Что? Какое еще дельце? Да так, семейные разборки. Рик, позаботься о Луке, ладно? Хорошо. Мэн, постой! А, это этот упырь, блин. Сычара. Опять ты на своей БМке супермодной, да? Давай, пробуем. Или что, или в рукопашку давай. Давай как мужик с мужиком. Да мышка, уйди ты, ёпта. Эй, ну как твоя нога? Смотрю, ты неплохо прыгаешь. Не хуже меня. Так скажи мне, что с тобой сделал Гейл? Это как-то связано с этой штукой, верно? Знаешь, что мне не нравится? Что? Я не знаю, на что ты способен, но ты как чесотка, которая не проходит. Мне было наплевать, пока я думал, что опытный образец — это просто та ведьма. Но затем я выяснил, что я тоже всего-навсего прототип. Я только ступенька для какого-то чертова мальчишки. Это БМ моя. Я не закончил. Ты прямо как твой отец. Смотришь на меня сверху вниз с таким презрением, будто сам святой. Это твоя БМ, да? Если она тебе нужна, так иди и возьми. Думаю, ты уже понял, к чему все это идет. Как угодно. Я приду и заберу ее. Похоже, твою модель пора отправлять на свалку. Ага. Фига он летает.
Я не пойму, кто меня еще бьет. Ух ты, блядь. Сука, я потерял этот. Пушку потерял. Да, это жестко будет. Блять, два пулемета взял, дурак. Что происходит? Сдох! Есть! У-у-у-у. Блин, я вообще ничего не говорил, просто пытался его бить. 51 минута, бляха-муха. Убито, когда 87 любит, а я уничтожен. И ни одной монетки не нашел. Вообще нету. Смотри, какое длинное слово. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ни одной не нашел. Не знаю, я их не видел. Вроде смотрел, ни одной не нашел. И вот их так, короче. Ух! Это было жестко, конечно. Вот это жесткий бой. О! Че, как харя вся. Лука, ты нашла Юрия? Мы нашли его. Мы нашли его, но... Вэнь, давай сюда! Быстрее! Вэйн! Вы нашли Юрия? Я туда и направляюсь. Давай живее! А ты как? Ведь это его отец. Мы тут порылись и накопали кое-что интересное. Ты был прав. Навык просто использовал Ивана. Ясно. Скоро подойдут подкрепления. Идем со мной. Нет, я останусь здесь, чтобы выиграть вам время. Хорошо. Я рассчитываю на тебя.
Слушай внимательно. Твой гармонизатор — это последняя модель. Он позволит тебе довести до максимума потенциал твоей БМ. Так вот, почему Бандера так злился. Но твой гармонизатор изнашивается. Вполне возможно, он уже не так эффективен. Юрий выяснил это, когда пришел в навык. Где Уэйн? Потерпи. Он уже идет сюда. Устройство. Он его получил? Ты имеешь в виду это? Если я использую устройство, я смогу полностью задействовать эту БМ? Да. Оно было сделано под твой гармонизатор. Оно преодолевает недостатки конструкции. Вот зачем Юрий отправился в Невек. Однако... Его никогда не тестировали. Если его подключить к гармонизатору, могут быть неприятные побочные эффекты. Неприятные? Такое может случиться опять. Ты можешь утратить память. Мне все равно. Я им воспользуюсь. Понятно. Бэзил, что происходит? Ничего! Поговорим позже! Эй, Бэзил, прием! Бэзил! Ты должен защитить. Это последняя надежда. Мое время пришло. Уэйн, уже здесь? Юрий! Это ты? Да, да, это я. Я тут. Очнись. Устройство. Не говори. Уэйн, похоже, теперь все ложится на твои плечи. Поговорим потом, когда все закончится. Нет. Мой друг. Ты рисковал жизнью ради меня. Я использую это устройство и убью Айзенберга. Вейн, я зашел в подъемник. Где ты? Внизу! Я передам свои координаты. Есть. Когда поднимешься на поверхность, то окажешься прямо перед орбитальным подъемником. Я попытаюсь положить конец системе Фронтир. Ты сможешь? Вот и узнаю. Удачи! Вейн? Я слышала разговор с Бэзил. Прошу. Будь осторожен. Я больше не хочу никого терять. Возвращайся ко мне. Обещаешь? Вот это уже интересно, блин. Так, поднимите движущуюся платформу на самый верх и отключите орбитальный подъемник, чтобы покончить с проектом Фронтир. Орбитальный подъемник. Подъемник оснащен сложной системой безопасности. Также вам придется столкнуться с новейшими боевыми разработками Невек. Почините их себе и любыми путями добейтесь победы. Короче, я, скорее всего, на две серии побью, потому что час это очень долго. Блин.
Нифига. Нифига. Нифига, трансформер. Ем клинок, конический лазер. А, X. Короче, ладно, ребятки, давайте на этом закончим, но скорее всего я на две серии поделю, потому что час это очень долго. Может быть, это будет последняя серия, может быть, следующая нет. Фиг его знает. Так что, если вдруг серия ни на чем оборвалась, но я не сказал всем пока, значит, я ее поделил на две части. Так что всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Lost Planet, которая может оказаться последней. Вот это прикольно было сейчас. Все, всем пока.